Добрый день, меня зовут Мария, я художник из Санкт-Петербурга. И сегодня вашему вниманию хочу представить свою работу. Она называется «Полог». Выполнена в смешанной технике, на холсте, акрилом. Формат работы 120 на 80 сантиметров. И теперь хочу подробнее рассказать о самой работе. Это первая работа из серии «Мои любимые художники». И, как понятно из названия, она посвящена Джейсону Поллоку, одному из величайших художников 20 века. Как вы видите, одна из техник, которой я воспользовалась, это капельная. Так писал сам Поллок. И я, как эмпат, в то время, когда писала это полотно, настолько прониклась этой техникой, что даже мои движения были подобны танцу самого художника. Моя работа, она не про копирование, она больше про чувствование и про взаимосвязь эмоциональной составляющей каждого художника. А теперь сама работа ближе. Также эта работа будет выставлена в галерее Art on Gallery в Санкт-Петербурге с 19 по 26 апреля. И хочу заметить, что как только я выложила свою работу в соцсети, ей много людей заинтересовалось. И даже управляющая галереи в Берлине, Live Gallery, сравнила мою работу с Сайм Твомбли, что мне, конечно, было очень приятно. Всех благодарю за внимание и надеюсь, вы оцените мою работу по достоинству. Всем до свидания!